Всем огромный привет, рада видеть вас на своем канале. Сегодня начинаем с вами новый влог и едем в Магнит Косметик. Давно у меня не было уже роликов с Магнит Косметик, но меня мои подписчики смотивировали на это. В особенности, Людмила, вам огромный привет. Вы уж очень меня заинтересовали ароматиками, про которые рассказывали, хочу их послушать. Если меня что-то заинтересует, то обязательно приобрету этот аромат. Если что-то мне понравится, но по каким-то причинам я решила не покупать, я все равно нанесу эти ароматы на блотер. Сейчас приеду домой, прям сразу сниму видео с первым впечатлением, поделюсь с вами впечатлением о ароматах, которые меня заинтересуют. И также, кстати, в комментариях пишите, какие вам нравятся, это бюджетный, небюджетный аромат с Магнит Косметик. Я их обязательно тоже протестирую, поделюсь с вами своим впечатлением. И вообще, в принципе, думаю, сейчас буду, наверное, если попадать в какие-то парфюмерные магазины, прям буду наносить ароматы, интересующие меня, на блотер и приезжать домой, сразу снимать такое видеоотзыв, свое первое впечатление о том или ином аромате. В общем, хочу купить что-нибудь из парфюмерии, если мне понравится. Также с косметики что-то интересное посмотрю. Давно уже не была в Магнит Косметик. И очень соскучилась, честно говоря, сама по этим роликам. И вы пишите, что очень скучаете о видео с Магнит Косметик. Скоро их будет выходить очень много. Вот с сегодняшнего дня начнем. И, в общем, поехали со мной. И, кстати, что касается еще бюджетных ароматов, сейчас смотрю, вам это очень понравилось, эта тема. Вот я сняла бюджетные ароматы, подборку бюджетных ароматов, и вы мне пишете в личное сообщение, что очень интересно снимать побольше таких роликов. Хорошо, я буду искать бюджетные, хорошие, такие достойные ароматы и делиться ими с вами, то есть делать такие подборки. Поэтому в ближайшее время будет много таких роликов. А сейчас едем в Магнит Косметик, и сегодня мы с вами, скорее всего, посетим два магазина Магнит Косметик. Так что оставайтесь с нами, будет много всего интересного. Так, это для Самары, Ташкентская, 107. Тут это аромат, про него не говорили. Послушайте. Скидка хорошая. Вот тоже. Здесь какой-то Роден. Вот про него мы тоже говорили. Надо послушать. Скидкой тут все. Примерный набор. Товарненько стори. Mm-hmm.
тоже. Так, и девочки, второй магазин. Тоже на Ташкентской, с другой стороны, с противоположной находится. Подпишу точно, какой номер. Потом сюда еще. Там я несколько билетов раздела, расскажу машине. Это да, я тебя возьму, давай покажу зачем. У вас получается 25-го будет на все, да, скидка 20%? Да. На белые, да, ценники? Да. Интересно. Девочки, посетила я два магнит косметик, несколько блотеров я взяла с собой, как и говорила, с ароматами, думаю, вам расскажу про них, которые меня более-менее так заинтересовали. Один аромат бюджетный я приобрела, его показывала, кстати, в магазине. Почему я его купила? Потому что я давно хотела с ним познакомиться, так как это бюджетный аналог одного из моих самых любимых ароматов. Такой небольшой спойлер, не буду пока говорить. И все очень его хвалили, говорили, что невероятно схожи, и я взяла, протестировала.
протестировать его, потому что сами видели, что стоил он, ну, крайне бюджетно. И по поводу, кстати, скидки, 25 января будет 20% скидка в Магнит Косметика. По крайней мере, в Самаре и в Москве точно, потому что в Москве мне писала Людмила. Людмила, вам еще раз привет. А в Самаре вот в два Магнит Косметика я зашла, и там девочки сказали, что будет скидка на все 20%. На белый ценник, естественно. В общем, вот так вот я сходила. Дома покажу вам аромат, который я приобрела. И поэтому оставайтесь со мной. Кстати, я еще протестировала новинки от Beauty Bomb. Я вам показывала палетку теней. Да, конечно, интересно. Такие яркие, естественно, не повседневные оттенки, такие-то праздничные, но они жутко что-то осыпаются, эти блестки, поэтому я не очень люблю эти такие продукты, прям с явными блестками. Это прям на какой-то такой вечерний-вечерний макияж, ну, не особо такой, конечно, носибельный продукт. Конечно, для подростков, возможно, для молодежи прям, ну, как, в принципе, эта линейка рассчитана лет на 16-17 на девочек, как мне известно. А на постарше, конечно, это уже прям по случаю. Хайлайтеры, кстати, интересные, но по ценовой политике, наверное, дороговато все-таки. Кстати, еще вам палетки новые от Eveline снимала. Тоже, мне кажется, дороговато, в принципе, для Eveline. Но если учесть, что там такие достаточно качественные палетки и красивые оттенки, то может быть и нормально. Ну, кстати, вот это с пайетками, которая палетка за 800 с чем-то рублей, мне не очень понравились сами тени по своему качеству. Ну, такие средненькие. Не стоят они таких денег. Итак, девочки, я уже дома. Вот такой вот я аромат купила, как я вам и показывала. Это туалетная вода. Здесь объем 100 мл. Фирма, по-моему, называется вот так. Миратто. Так, что касается самого аромата, вот так вот выглядит флакончик, довольно-таки увесистый. Почему я его приобрела? Вообще, изначально я его приобретала для того, чтобы вам рассказать и самой познакомиться ради интереса с ним, потому что многие говорили, что он схож с Труссарди Донна. А так как я люблю Донн, я решила приобрести этот аромат. Обошелся он мне всего в 200 рублей. Но когда я его послушала, я поняла, что нет, для меня это не Донна. Для меня это другой люксовый аромат. Пока говорить не буду, ставлю такую небольшую интригу. Потому что я пока еще не уверена, хотя бы денек его сейчас поношу, как он по стойкости посмотрю, и сниму, наверное, буквально уже завтра, послезавтра видео, и расскажу, на что же он похож. И вообще выскажу свое впечатление об этом аромате. Вот, а пока буду тестировать его. Если он у вас есть, напишите, как вам этот аромат. Потому что, в принципе, не особо мне много где встречался. Только у Магнит Косметики я его видела. В общем, буду с ним играться, знакомиться. С вами, наверное, буду уже на этом прощаться. Встретимся с вами совсем скоро. Всем огромное спасибо за внимание. Всем пока-пока.